Новые дорожки, лавочки и уличное освещение. Глава муниципалитета Андрей Иванов обсудил вместе с жителями благоустройство территории, прилегающей к Веденской школе номер 3 в Звенигороде. Первый этап у нас когда закончится? Планируем закончить до конца сентября, октября. Да, до конца октября. Значит, до 1 ноября у нас первый этап заканчивается. Да. Да. Вот что в него входит? В него входит, начну с внутреннего двора. Это обустроенный внутренний двор. Все твердые покрытия уже выполнены. Резинку закатали, плитку постелили. Сейчас прорабатываем вопрос с поставщиками по МАФам, потому что МАФы подбирали такие достаточно интересные. Качели, стол, амфитеатр его надо будет изготавливать. В ходе встречи особое внимание уделили внутреннему двору, местам общего пользования и столовой образовательного учреждения. Здесь все обустроено с использованием современных технологий. На весну следующего года запланирован второй этап благоустройства. Тогда будет создано уличное спортивное ядро школы. Первый этап благоустройства, то есть благоустроена территория возле школы, за школой будут оборудованные детские площадки. И также планируется еще в следующем году полностью ремонт стадиона. Это второй этап благоустройства территории. После обустройства объект включат в программу «Открытый стадион», чтобы заниматься спортом могли все желающие, отметил Андрей Иванов. Таким образом, не только школьникам, но и всем звенигородцам будет доступно современное футбольное поле с беговой дорожкой, многофункциональная игровая площадка, зоны воркаута и ГТО. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».